Каждый труд для Господа почетен. Как бы ни был он велик или мал, только бы от сердца ты работал и всегда трудился, не дремал. Каждому хоть что-нибудь додано, бесталантных нет как таковых. Надо лишь найти и непрестанно ревновать нам о дарах своих. Дан кому талант ли песнопенья, им зови к спасению людей. Кончим путь, тогда настанет время дать отчет о жизни нам своей. Посетить больного — труд немалый. Много есть их страждущих больных, тех, кто на пути земном устали. Надо нам заботиться о них. Может, жить осталось им немного, ободрить их надо в этот час. И задание им помочь в дороге Господом возложено на нас. Мы живем не для себя, для Бога. Мы Его горящие огни. И еще нам сделать надо много, как уходят быстро наши дни. Если ты поешь или слово сеешь, воскревай талант свой, не ленись. Если ничего ты не умеешь, то тогда за страждущих молись. Пусть твой труд порою незаметен для других, для посторонних глаз. День придет, и сам Господь осветит скромный труд твой и награду даст. Каждому хоть что-нибудь додано, бесталантных нет как таковых. Надо лишь найти и непрестанно ревновать нам о дарах своих. Каждый труд для Господа почетен, как бы ни был он велик или мал. Только бы от сердца ты работал и всегда трудился, не дремал. Аминь.